Итак, дорогие друзья, продолжаем дальше. Следующая серия моих модных анекдотов от Вовочки. Сидит ворона, рядом с ней ворона, курят. Курят, конечно же, марихуану. Кстати, в Америке она абсолютно легальна, во многих штатах вот они сидят такие, курят. Одна ворона затянулась, передала косяк другой, та затянулась, передала косяк другой, гоняют по кругу косяк. И вот одна ворона, она уже хорошенько накурившись, падает вниз, втыкается клювом в землю и торчит. Мимо проходил крокодил. Флорида, есть крокодилы здесь. Увидел ворону, сожрал ворону. Его вставило, он взлетел. Взлетел, сел на сук, на котором сидела ворона. Та передала крокодилу косяк, он затянулся, передал дальше, сидят, курят. Потом ворона поворачивается к крокодилу, посмотрела на него так и говорит: «Милочка, а тебе уже хватит!» Потом расскажу вам еще анекдот. Сидит наркоман, курит. Подъезжает такой джип крутой, оттуда выходит такой серьезный пацан, говорит: а тут вообще вот речка есть. Он говорит: да, есть. А там как вообще, можно вброд проехать? Он говорит: легко. Окей. Мужик поехал, ну и джип утонул. Мужик вылез из воды, подходит к наркоману, говорит: что ж ты мне, сука-то, сказал, что можно тут, бля, проехать? Говорит: хуйня война, тут уточки проходили, блядь, пару минут назад, и по пояс было. Ну, и еще один анекдотик. Значит, на Красной площади собрались панки и бастуют. Против всей хуйни бастуют, у них плакаты «Нам все похуй». Подходит журналист Первого канала, говорит: господа панки, вам все похуй? Говорит: нам все похуй. И Путин похуй, и Путин похуй, и Трамп похуй, и Трамп похуй. Блять, и экология похуй, и экология похуй. Блять, вам все похуй, нам все похуй. Угу. А деньги? Не, ну деньги не, конечно, деньги нам не похуй. Так это, у вас же на плакатах написано, что вам все похуй. Да нам похуй, что у нас там написано. С вами Вовочка.